Привет, друзья! Сегодня я нахожусь в очень интересном офисе. Это компания «Система 3». Знаю я их очень-очень давно. Именно здесь я готовился к тесту по английскому языку перед тем, как поехать в Канаду. И для вас я хочу поговорить с Изабеллой Лаутерпахт, директором «Система 3», об отличиях тестов TOEFL, IELTS, отличиях подготовки и так далее. Здравствуйте, Изабелла. Здравствуйте. Да, Аркадий, спасибо. Рада вас видеть. Спасибо огромное. Уже прошло столько лет, но вы занимаетесь этим, скажем так, нелегким делом. Скажите, сколько лет вы уже занимаетесь подготовкой к TOEFL и к IELTS? Около 27 лет. Около 27? Ну, IELTS тогда еще не было, но к TOEFL мы 27 лет готовились. Ясно. Скажите, у вас преподаватели вот за эти 27 лет, скажем так, одни и те же в основном, или у вас много сейчас молодых, новых преподавателей, либо это старая школа, те, кто, скажем так, осваивал материалы еще давно и готовил? В основном это старая школа, у нас Лариса Николаевна Коптелова, которая с 88 года готовит к TOEFL. Она 4 поколения экзамена TOEFL освоила. Ясно. И поэтому багаж огромный, ясно, который она дает. Да, почему я спрашиваю? Потому что сейчас языковых школ много, выбор огромный у студентов, но, скажем так, и преподавателей молодых тоже много. Не всегда можно получить именно тот опыт. Я сам занимался с преподавателем, с Ларисой Николаевной. Это было, ну, скажем так, дало мне огромные возможности, потому что после этого я поехал в Канаду, и в Канаде я взял всего лишь короткий курс по английскому языку перед сдачей TOEFL. Я выбрал TOEFL, я поступал в ВУЗ тогда, была возможность выбрать IELTS, да, то есть или TOEFL, или IELTS. Скажите, пожалуйста, сейчас что больше популярно, TOEFL или IELTS? TOEFL популярен все еще для Северной Америки, а IELTS это Великобритания, Австралия, Новая Зеландия. Хотя сейчас для Канады зачастую выбирают IELTS тоже. Ну вот уровень, который требуется по этим тестам, он одинаковый? Или, например, какой-то IELTS там попроще или TOEFL попроще? Вот что выбрать студентам, которые, скажем так, хотят поехать учиться? Это очень интересный вопрос, потому что даже австралийские университеты, хотя они были первыми, кто начал использовать IELTS, они TOEFL тоже принимают, но у них по сравнению с баллом по IELTS TOEFL требуется значительно выше балл. Значительно выше, да. А в Северной Америке наоборот. Например, в американском университете они немножко цену IELTS занижают по сравнению с ценой TOEFL. Интересно. То есть, например, если им нужен по TOEFL 92 балла им нужно, они скажут, что им IELTS нужен 7, в то время как в странах, где IELTS превалирует, скажут вам наоборот. 92 это где-то 6,5. Это 6,5. Да, да. Например, есть университеты Великобритании, которые скажут, да, пожалуйста, TOEFL, хорошо, 100. А IELTS 6,5. Интересно. Поэтому очень многое зависит от страны. Нужно смотреть. То есть сначала что посмотреть вам требования вуза, да, а потом уже. Да, несомненно, сдавать тест. Надо смотреть, потому что если требуется IELTS 7, а TOEFL 92, вам выгоднее сдавать TOEFL. Ну, я, наверное, поэтому и сдавал TOEFL. Я почему-то решил, что мне это будет легче. И, ну, действительно, я не могу жаловаться, да, то есть подготовка была замечательная. Сам тест, организация была довольно-таки простая, записаться было довольно легко. Сейчас для тех, кто сдает в Москве, какой тест вообще, сколько это, во-первых, стоит, и какой тест дороже, какой дешевле, и насколько сложно записаться на эти тесты? Записываться несложно, записываешься онлайн на TOEFL, а с IELTS всего один, нет, два центра сдачи IELTS, и там цена, по-моему, зависит от того, ты сдаешь UKVI для Великобритании или общий IELTS академический для любой страны. Просто UKVI стоит дороже. Ясно. UKVI это означает, он под видео, там, своя ясно специфика. Я даже не знаю таких деталей, ну, про IELTS. Но смотрите, для Канады это да, не да нужно. Но для Канады требуется на иммиграцию IELTS General, а на Academic учебу академик. Да. Вы готовите к обоим вариантам? Мы готовим к обоим вариантам, но в основном народ приходит, конечно, на академик, потому что они
хотят ехать учиться в Канаду. Но академик сложнее, чем general, или это он миф? Сложнее, считаете? Или он другой просто? В чем там разница? Разница в чтении в основном. Угу. Там намного сложнее тексты почти. Академические тексты. Они просто академические. Ясно, да. Ясно. А так, в целом, я не могу сказать, что general такой уж легкий. Ясно. Не так уж легко его сдавать. Ясно. Все равно уровень языка должен угу. быть нормальный. Но я правильно, если я помню, то у вас курс подготовки и к TOEFL, и к IELTS это трехмесячные программы. В основном трехмесячные. То есть всего за три месяца вы можете человека с уровня выше среднего подготовить для сдачи теста. Да, но это можем. Замечательные результаты, это очень здорово. Кто-то из вас, кстати, может быть, подумать о том, чтобы часть взять курса в России, опять же, часть за рубежом. Да, извините, я не сказал в самом начале. Система 3 – это школа в центре Москвы, да, то есть здесь сюда очень удобно добираться. Занятия вечерние, насколько я помню, сейчас только вечерние есть курсы, так да, же, да, после работы. В основном. И я помню, что это было очень интенсивно, это было очень здорово, поэтому я с удовольствием рекомендую эти курсы. Что-то, может быть, я не спросил, что-то вы хотели бы добавить по поводу TOEFL, IELTS, ну, может по поводу быть, только немножко по структуре экзамена. Да, по структуре, давайте, это очень интересно. Многие знают, что IELTS, он сдается, устная часть, угу. лично преподавателю, а TOEFL ты сдаешь компьютеру. Да, да, да. И очень многое зависит от самого человека, от его психологического настроя. Если человек боится компьютера, угу. лучше сдавать IELTS. Да, понятно. А если не боится компьютера, я бы даже рекомендовала TOEFL, потому что устная часть TOEFL, она очень хорошо структурирована. Угу. Там хорошо структурированные задания, ты имеешь опору на какие-то тексты, на какое-то аудирование для того, угу. и там есть вопросы, которые тебе задают, на которые ты просто отвечаешь. Угу. С этой точки зрения легче сдавать TOEFL. Speaking в TOEFL. Но я сдавал, я с компьютером разговаривал. Но есть люди, помню. Которые панически боятся компьютера. Ну, да, да, да. Поэтому им лучше сдавать экзамен преподавателю, почувствовать расположение преподавателя, и тогда им лучше уже сдавать IELTS. Ясно. Ну хорошо, Изабелла, очень интересно. Я думаю, что у тех, кто нас смотрит, появятся вопросы. Пожалуйста, пишите в комментариях, если у вас есть вопросы. Если вас интересует тема обучения за рубежом, обучения языкам, обязательно подпишитесь на канал, нажмите на звоночек, чтобы вам пришло уведомление, когда выйдет новое видео. И надо было сказать в самом начале, чтобы вы досмотрели до конца, но перед тем, как снять видео, я договорился с Изабеллой, что если вы обратитесь в систему 3, скажете, что вы от Аркадия, вам предоставят скидку на подготовку к TOEFL или к IELTS. Поэтому, пожалуйста, если вы смотрите нас в Москве, если вам нужно готовиться к тесту, ни в коем случае я не настаиваю, посмотрите, сходите в несколько школ, сравните цены, сравните условия. Система 3 – это школа, где я готовился к тесту уже более 10 лет назад. Но вот по-прежнему школа здесь, результаты отличные. Нас ждут студенты, поэтому я не могу долго разговаривать, поскольку здесь уже люди немножечко подпирают сзади. Вот. Но нашу встречу нам нужно, к сожалению, закончить. Я думаю, если у вас будут вопросы, то мы с удовольствием вместе ответим. Спасибо большое, Аркадий. Спасибо это было вам. Очень интересно. Всего вам доброго, пока.